Татарским веслом сыграл очень уверенно, помешав принять шайбу Иван Телегин. Но пробросы избежали, поэтому ничего страшного не случилось. Подколзин пытается завести шайбу в ближний угол и это делает. 1-1 счет становится. Цицура. Передача в центр. Вей. Цицура на дальнюю. Какой момент! СКА выигрывает этот матч. И серия переезжает в Санкт-Петербург. Василий Подколзин оформляет дубль. Дальбек поехал на смену, кстати. Остановил шайбу, пробил ее вперед. И поехал на смену. Kept alive by Amirov, winds it back across. Vasily Podkolzin jams right inside the goal. Puck still loose, they score! Amirov on the rebound! And Russia takes the lead 37 seconds in. И если передача неудачно пришла на клюшку, то там ничего не поделаешь. Подколзин на песок! И где? В воротах шайба Подколзин! Ну вот не зря. Там и выглядит так, что исполнено очень четко. Обводка Морозова. Не самый простой номер. И бросок в ближний угол. Тейлор выручает свою команду. Подколзин и Паре сцепились. Подколзин несколько ударов с правой провел. Теперь пропускает от Паре. Слетает шлем у Подколзина. Ну и тейкдаун за игроком. На своем месте. А здесь пекне от Ципа и Василий Подколзин. А то е парада от русского капитана. Но кобок долу. Такле си вихутно. Романа. Feeds it back across. Marchenko shoots that block. Marchenko slides it back in front. Podkolzin scores. Podkolzin right at the end of the Russian power play ties the game at two. And now you're trying to find the puck where you're in an awkward position. And he knows how to open you up. Podkolzin drives in, scores. The captain, Podkolzin, his first goal of the tournament. And they're waving it off. What a terrible call this is. Yeah. And they got it exactly right. Swedish defenders and the quick move inside and he stays right with it. And now Podkolzin works his way in. Swings the rink wide for Gudik. Gudik back across. Podkolzin scores! Didn't miss that time. Power play goal 2-0 Team USA. Nikolayev, he was poke checked. And off the rebound, score! Fired home by guess who? Vasily Podkolzin. Another power play goal. Scored the power play. 1-5 on 3, 4-5 on 4. Podkolzin has scored twice the game, comes busting in, moves in, and scores! What a goal by Vasily Podkolzin! And he has become the dominant player at this under 18. He just, I mean, outside the blue line, he's trying to get checked. Подколзин. Ну что, Подколзин хорошо, как на скорости. Подколзин входит, а бы гол! Но это в топ-10 лучших голов молодежной хоккейной лиги. Передачу. Подколзин. Подколзин. 1-1. 1-1, уважаемые друзья. Василий Подколзин оформляет.
возвращаются. Ну, а тут еще и как надо смену проводит. Подколзин против него Рыженьков. Бросок в ближний угол. И шайба заскакивает таки в ворота на последних секундах. Там уже и защитники на Глущенко насели. А сейчас момент у ворот. Крыльев 2-1. Ильичук вступает в игру. А бросал Евгений Миксна. Подколзин. Какая скорость у Василия Подколзина. Бросок. Вот это да! Вот это да! Василий Подколзин. 5-2. Друзья, вот такой счет. Такой счет.